Королевой спорта легкой атлетикой Татьяна Фирова занималась с детства. В 2001 году она стала чемпионкой Европы среди юниоров. В 2003 году чемпионкой Европы среди молодежи и двукратной победительницей Универсиады 2003. В 2004 году в Афинах выпускница Икара впервые приняла участие в Олимпийских играх и завоевала серебряную медаль в эстафете 400 метров. Я могу сказать, что, конечно, самые чистые и светлые эмоции – это перед попаданием на первую Олимпиаду, а уже последующая Олимпиада – это как залог был успеха в работе тренерского состава и соперничества, завоеванного места, такого уже достойного и законного, можно сказать, сборной. Формула успеха для Татьяны универсальна и применима не только к спорту, но и к жизни. 90% работы и 10% таланта. Трудолюбие – неотъемлемая часть побед любого чемпиона, считает спортсменка. Эту черту в девушке отмечает и ее первый тренер Марина Мачкаева. Самая ее главная черта и отличие от всех остальных – это ее трудолюбие. Вот она шла мелкими шажочками с 10-го места на 5-е место, с 5-го потом на 3-е место. Уже в старших классах она уже как-то стала себя проявлять, и то никогда она не была там чемпионкой области. Вот уже потом какой-то вот у нее, видно, произошел прорыв, скачок, как она сразу выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас Татьяна закончила спортивную карьеру. Начнет ли реализовывать себя на тренерском поприще, девушка пока не решила. Но поделиться опытом с подрастающим поколением родного города была не против. Мастер-класс начали с беседы. Юные легкоатлеты задавали чемпионке самые разные вопросы. Почему она выбрала именно эту дисциплину, легко ли попасть на Олимпийские игры и сколько на это может уйти времени. Встреча со звездами такого уровня всегда полезна. Может быть, нынешняя молодежь, ребята посмотрят на нее, что это живой пример. Наша саровская девочка, вот она приехала к нам, здесь жила, здесь по этому манежу тренировалась. Не вот где-то, откуда-то, где-то там далеко, а вот она здесь. После небольшой тренировки юные спортсмены смогли взять автограф у Татьяны Фировой на память о встрече. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.